愁少年子弟，江湖缠绵风流，白衣侠侣携手，并肩南北干戈修，刀剑如梦，人缘黄昏柳梢头，是非路人定胜天，这是我要走的江湖。В прошлый раз именно отсюда я попал туда. Почему теперь я никак не могу найти вход? Меня хотели отравить, послали убийцу. Сеуба, ты действительно хочешь моей смерти? Мне нужно вернуться в поместье Фэнмина, выяснить правду. Я дам тебе свободу и буду защищать. Мне даровали свободу, заперев меня в клетке? Не волнуйся, я не причиню тебе вреда. Так почему Цянь Юй Тун и Фэн Миншэнь до сих пор выступают против друг друга? Думаю, причина — любовь. Нам нужно найти госпожу Чуньхуа и выяснить правду. Если кто-то увидит, как ты расчесываешь мне волосы надо мной, будут смеяться. Я просто убью этих людей. Почему же ты не убьешь меня? Ты хочешь вновь меня использовать? Ты не владыка этого мира, и не из знатной семьи. Как я могу тебя использовать? Я просил тебя украсть для меня тайную технику семьи Сяо. Я принял тебя за Хуа Сяо Лэй. Как только Сяо Бай овладел последним движением в технике меча Фэн Мин, тайная техника их клана уже не имела для меня значения. Сейчас для меня самое главное — оберегать тебя. Мне не нужна твоя забота. Я хочу, чтобы ты просто отпустил меня. А ты тут же побежишь в поместье Фэн Мин? Сестра, Сяо Бай хочет убить тебя. Он даже подослал убийцу в Тянь Юэ Тон. Если я тебя отпущу, тебя тут же убьют. Я верю Сяо Баю. А он достоин ли твоего доверия? Я мечтаю о настоящей любви. Сяо Бай мой суженый, я поняла это с первого взгляда. Такая упрямая. Перед тобой столько дорог. Но ты постоянно выбираешь неправильно. Ты подарил мне ледяную жемчужину и ограничил мою свободу. Настало время вернуть ее тебе назад. Пожалуйста, отпусти меня. Посмотри. Как ты можешь позвать меня? Ты же постоянно на меня полагаешься. Ледяная жемчужина присматривала за тобой. Я хочу поблагодарить тебя за заботу обо мне. Но мы не маленькие дети. Думаю, теперь настало время нам пойти разными путями. Ты выросла.
Она свободна. Раз ты решила покинуть это место, ты можешь идти. Господин. Она ушла? Да. Юсы из Чуаньцегу сейчас находятся на грани жизни и смерти? Да. Фулоу так хорошо скрывает от окружающих свою глубокую привязанность к жене. Распространи слухи о болезни Юсы. Господин Сяо, барышня Чуньхо вернулась. Господин Сяо, проходи. Чуньхо. Отпусти. Ты Шангуань Цююэ? Первое, что пришло тебе в голову, подозрение? Ты в порядке? Да. Он сказал мне украсть тайную технику семьи Сяо. Шангуань Цююэ видел родимое пятно Хуа Сяолэй. И он отпустил меня. Теперь ты считаешь... Что, я запятнала репутацию клана Фэнминшань, хочешь убить меня? Нет же. Я отправился в Тянь Юэтон искать тебя, но... Ты не смог меня найти и послал убийцу. Что? Как я могу убить тебя? Я верю тебе. Я хочу защитить тебя. Сам слышал, что говорил Шангуань Цююэ. Как ты можешь мне верить? Не лги мне. Но я не лгу. Я правда тебе верю. Возможно, Хуа Сяолэй показала ему свой шрам. Но я знаю, что ты не она, ты потеряла память. Шангуань Цююй угрожал тебе. Заставлял выкрасть тайную технику и следовать его приказам. Когда я поделился с тобой тайной техникой, Шангуань Цююэ не смог ее заполучить, я прав? Шима. Я отдала ему подделку. Так почему я должен в тебе сомневаться? Прости меня. Я даже не догадывался, через что тебе приходится проходить, совсем одной. Я хочу знать. Ты посчитал, что я запятнала часть клана Фэнминшань, и поэтому отправила Лян Яна убить меня? Нет, я этого не делал. Я очень сильно хотел увидеть тебя. Ждал, когда ты вернешься и расскажешь правду. Но от тебя не было никаких вестей. Так это не ты?
Я не отдавал такой приказ. Цай-Цай, как барышня Чуньхуа смогла вернуться назад, что думаешь? Шпион мертв, если бы этот дьявол не отпустил ее, как бы она смогла вернуться? Значит, между ними не все так просто. Возможно, она вернулась со злым умыслом. Думаю, господин Сяо сам должен принять решение обо всем, что касается барышни Чуньхуа. Ты подозреваешь, что у них была тайная связь? Мы не можем знать наверняка. Когда тебя отравили, все были в растерянности, но барышня Чуньхуа вдруг достала противоядие. Затем это противоядие появилось во всех лавках. Она спасла мне жизнь. Отныне пусть господин решает, как поступить с барышней Чуньхуа. Ну что, вы поговорили? Мы были правы, Шэнгуань Цююй использовал Чуньхуа. Но она не стала вредить клану Фэн Миншань. Однако ты до сих пор не знаешь, было ли что-нибудь между ними или нет. Я не уверен, но думаю, что между ними ничего не было. Было очень странно, когда противоядие от яда одуванчика появилось повсюду. Противоядие из листьев ореха долголетия. Если это дело рук Цянь Юэ Тона, тогда Шэнгуань Цююй не заинтересован в орехе долголетия. Чуньхуа сказала, что Лин Ян пытался ее убить. Она говорит правду. Здесь явно что-то не так. Я не знаю, какие отношения были между Лин Яном и мастером Леном. Ты уже имел дело с мастером Леном, поэтому мне нужна твоя помощь. Лин Ян исполнял только приказы мастера Лена. Он был далеко от дома, будучи шпионом. Не мудрено, что у него появились злые умыслы. Теперь понятно, почему Чуньхуа так странно себя вела, когда вернулась. Тебе нужно поговорить с ней на чистоту. Нельзя сейчас торопиться с принятием решения. Извините, что помешала. Я зайду позже. Чуньхуа, останься. Барышня Чуньхуа, мы говорим об орехе долголетия. Я просто хотела с вами увидеться. Раз у вас все в порядке, я пойду. Госпожа Чуньхуа! Госпожа Чуньхуа, постой! Не нужно так сильно переживать. Теперь я стала для него помехой. Глупости. Ты все равно его жена. Господин Цинь, не забывай.
Наша свадебная церемония была прервана. Но рано или поздно вы поженитесь. Ты его жена, и твое положение отличается от других. На твоих плечах больше ответственности. Муж мой, не волнуйся за меня. Я просто не стала наводить марафет. Я выгляжу бледной. Это совсем не так. Ты все так же прекрасна. Орех долголетия. Ты должен помочь ей. Избавиться от этой болезни. Я не жажду бессмертия. Просто даруй нам немного времени. С малышкой Чуньхуа все хорошо после возвращения в поместье Фэнмин? Насколько мне известно, о том, что Чуньхуа пропала, никто так и не узнал. Ее так хорошо защищают, или же тебя одурачили? Прошу прощения. Встань. Я сказал тебе встать. Слушаюсь. Как поживает жена Фулоу? Она умирает. И как же нам поступить? Фулоу души не чает в своей жене. Теперь об этом всем известно? Сейчас люди обсуждают эту тему. На самом деле они нехорошие люди. Они все сражаются с женой Фулоу за орех долголетия. Я вас поняла. Подожди. Будет не так интересно, если сделать все так просто. Хочется узнать, чем они готовы пожертвовать ради ореха долголетия. Что думаешь, Ейянь? Порядочные люди дорожат своей репутацией. Те, кто находится в глубоком кризисе, больше всех нуждаются во власти. Справедливо. Тогда нам нужно позволить им раскрыть свои тайные желания. Слушаюсь, господин. Назвать книгу «Мой грех»? Хорошее название. Иди. Мой грех? Орех долголетия? О чем ты? Мы решили уничтожить орех долголетия на свадебной церемонии, но не вышло. И нам удалось убедить всех, но Чуньхуа отдала орех долголетия Цянь Юэйтону. И вроде бы в поместье Фэнмин наступил мир. Но сегодня утром вдруг появилось множество людей, которые что-то ищут. Это опять господин Ши? Да. Он заявил, что клан Фэнминшань заполучил орех долголетия на торгах из-за своего везения. Он не захотел в это вмешиваться, поэтому решил уничтожить орех публично, чтобы обрубить человеческую жадность на корню. Это все настолько поверхностно. Но это еще не самое главное. Он упомянул о принципах добродетели. Призывает людей быть честными и сознаться в своих преступлениях. У этого господина Ши очень много припасено в рукаве. Самый честный в соответствии с книгой «Мой грех» сможет получить орех. Он хочет увидеть пример доброты и честности.
мотивирует злых и порочных людей на добрые поступки и исправление своих грехов. Почему мне кажется, что у него на самом деле подлые намерения? Да, он точно что-то задумал. Он повторял, что орех долголетия был в руках Чуньхуа. Если мы не уничтожим орех, подозрения людей не исчезнут. У клана Фэн Миншань всегда была хорошая репутация. Так было несколько веков. Поэтому именно Фэн Миншань всегда отстаивал справедливость в мире боевых искусств. Публичное уничтожение, погибшие на торгах. Сейчас многих одолевают сомнения. Я не хочу спровоцировать еще большие споры. Тогда нужно это прояснить? Нет. Мой грех – это хорошая идея. Мне интересно посмотреть, как преступники будут каяться. Нужно сделать что-то хорошее, чтобы получить орех. Но кто лучший кандидат? Нужно было уничтожить орех долголетия раньше. Мой грех. В мире существует лишь два самых грешных человека. Глава Цяньюэ Тун Шэньгуан Цзюэ и глава Чуан Цзигу Фулоу. Если Фулоу признает свою вину, тогда мой отец будет покоиться с миром. Но если не признается, тогда это докажет, что мой отец погиб ни за что. Если мне нужно выбирать между правосудием и личными обидами, я выберу правосудие. Я не согласна. Мой грех? Фоллоу так решительно настроен заполучить орех. Даже если орех не настоящий, он все равно рискнет всем, чтобы его получить. Но это все ловушка. Госпожа Чуньхуа, почему ты так уверена, что Фулоу пойдет на все ради ореха? Жена Фулоу самый важный для него человек. Она серьезно больна, ей необходим орех долголетия. Но этот орех – подделка. Госпожа Чуньхуа, нужно было сказать об этом раньше. Да. Теперь уже всем известно про болезнь его жены. Из-за этого Фулоу не находит себе места. Эти слухи появились в то же время, что и книга «Мой грех». Разве это не подозрительно? Пожалуй, его искренность не сравнится с моей по отношению к тебе, госпожа Лэн. Теперь ты счастлива, вернувшись в поместье Фэнмин. Ты держишь со мной дистанцию из-за Сяобая? Я приму твое молчание за да. Братья! Когда ты ушла, я подумал, что ты никогда не захочешь меня видеть. Я проходил мимо и увидел, что ты ищешь ледяную жемчужину. Братик, я просто была в полном отчаянии. Видишь? Ты думаешь обо мне, когда находишься в отчаянии.
если вернешь мне его еще раз, больше ты меня никогда не увидишь. Братик, можешь отвезти меня в Чуанцзего? Глава Цянь Юэйтон – один из самых грешных людей. Я никогда не делаю добрых дел, но если ты настаиваешь, я сделаю исключение. Тебе правда нравится жена Фулоу? Она хорошая. Не зря ты сказала мне попросить ее о помощи. К чему эта доброта? Фулоу все равно не сможет жить, когда она умрет. Цянь Юэйтон, Чуань Цигу и Фэн Миншань до сегодняшнего дня никогда не уступали друг другу. Я видела Фулоу. Он решителен и беспощаден. Но он не безрассудный. Если бы он встретил хорошую женщину, он достиг бы большего, чем сейчас имеет. Но он встретил Юсы. Добрую и сострадательную. У нее оказалось слабое здоровье. Фулоу об этом знает. Поэтому он не разрешает ей покидать территорию Чуаньцзигу. Но ты такая особенная. Стала первым другом для слабой жены. Быть может. Именно о такой любви мечтаю и я. Вместо обретения бессмертия. Не нужно вредить Фулоу и его жене. Если бы я это планировал, они бы уже давно были мертвы. Ты не хочешь убивать Фулоу? Нет. И он не может умереть от моей руки. Верно. С ним не так-то просто иметь дело. Если убьешь его, у тебя появится еще больше врагов. Я не боялся увеличения количества моих врагов, и мне несложно убить Фулоу. Тогда, братик, ты лучше него в боевых искусствах. Малышка Чуньхуа, мне не нужно убивать его, используя боевые техники. Все, что нужно, узнать его слабость. Если тебе это известно, то и расправиться с ним будет проще простого. Да, у тебя нет слабостей. Есть. Ты моя слабость. Береги себя. Ты сможешь убедить Юсы. Но как ты убедишь Фулоу? А вы уже тут как тут. Шангуань Цююэ. Это ведь ты распространил слухи о том, что орех находится в поместье Фанмин? Это не смешно. Думаю, вы слишком импульсивны. Так ты пришел сюда, чтобы посмеяться надо мной? Это не так. Я пришел подарить вам помощника. Я предлагал тебе объединиться. Но ты отказался. Я не верю, что ты хочешь мне помочь. Да, я хочу помочь. Потому что попросила сестра. И я решил сделать исключение. Твоя внутренняя сила. Я говорил, господин Фу,
А от меня больше хлопот как от врага, чем как от помощника. Твой помощник? Это ведь она? Да, это я. У нее нет ореха долголетия. Она бесполезна. Нет. Моя сестра точно вам пригодится. Господин Фу, совсем скоро в поместье Фэнмин проведут церемонию для ореха долголетия. Моя сестра невеста Сяобая. Вы можете обменять ее на орех долголетия. Ты такой снисходительный. Я стараюсь ради тебя.交接，你有。
怎会看不见。Thank you.